Ими печенью, без тебя всего лишь усни. Живой на речи овечины, без тебя всего лишь усни. Встречи с прекрасным. Эта песня называется «Самый счастливый человек».
Yeah.
мой матрон! Тараканы лучшие! Oh,
Да, у меня есть.
Yeah.
Thank you.
Зашедший на самую музыкальную вечеринку Павлодара нет ничего проще, чем исправить это положение своими собственными силами. Просто спойте так, как будто бы у нас там 1500. И все, которого вы еще способны брать, сколько еще сможете собрать, сколько Yeah.
Это Александр Пронин. Больше на мите не жаловаться. Ну что, дорогие друзья, у нас небольшое объявление. По традиции наш концерт, как правило, заканчивается автограф-сессией, которая постепенно перетекает в фотосессию. Так что если вдруг у кого-то из вас, ребята, нет пока что наших закорючек, есть. Да, вы тогда можете уходить. Все остальные, пожалуйста, добро пожаловать к нам на точку реализации. А сейчас прибудете, а мы через 10-15 после того, как мы окончательно покинем эту не менее импровизированную сцену. Значит, мы это делаем обычно по такой схеме. Сначала всем расписываемся, а потом желающим сфотографируемся. Сначала всем расписываемся, а потом желающим сфотографируемся. Не наоборот или как-нибудь иначе. Хорошо? Отлично, отлично. Все это будет вот там, где вы, наверное, видели. Стоит столик с нашими различными майками, там, пластинками и какими-то там прочими пирогами. Вот, за этим столиком стоят два героя белорусского сопротивления, и они имеют достаточно тенге, чтобы дать вам всем сдачи, например! Прямо сейчас знакома «Страх и ненависть» «Русский рок». Thank you.
Thank you.
С альбомом «Властелины вселенной» кто-то из нас